Во время выступления на фестивале «Кивин-2024» сборная КВН города Видное запомнилась жюри нестандартным подходом к юмору. В их репертуаре не найдется шуток, посвященных популярным сериалам, только качественный юмор на злободневные и знакомые каждому темы. Мы стараемся не использовать в юморе миллисекундные темы и инфоповоды. Мы всегда шутим на какие-то вечные темы. Это бытовые там, вопросы, семейные ценности, политика, спорт. Все то, что может человек встретить, выходя из дома, оказавшись на улице или в общественном транспорте. Бессменным капитаном видноской команды является Илья Синчуров. Именно он в 2017 году предложил друзьям, с которыми когда-то играл в КВН в университете, возродить игру. Только выступать уже на более масштабном уровне. Капитан признается, для выступления в телевизионной лиге команда прибегнет к помощи профессионалов, поскольку телецензура ошибок не прощает. Мы будем прибегать к помощи авторов, поскольку телевизионная лига имеет немного другой формат юмора. Надо будет сглаживать, скажем так, углы. Для этого есть авторская группа, которая сбоку контролирует, по сути, на свежую голову коллективы, помогает сглаживать углы, переписывать, переформулировать шутки. Видновская сборная дважды проходила в полуфинал телевизионной лиги. Теперь мы будем ждать ее в финале. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.